Сергей, вы выиграли первую партию черными. Расскажите, пожалуйста, как происходила борьба? Была очень напряженная, очень сложная партия. Соперник вышел в игровой вариант, поэтому было понятно, что будет длинная борьба. Я даже в какой-то момент сказал во время партии, что если никто ничего сразу не зевнет, то как минимум 6 часов будем играть в партию. Но, в принципе, я доволен, потому что я не играл в шахматы в классический ровно год, поэтому приятно вернуться и приятно именно что выиграть еще при этом. Сразу согласились участвовать в суперфинале или были какие-то сомнения? Ну, я в целом хотел участвовать в суперфинале. Единственное, что началась пандемия, и понятное дело, что определенные сомнения были, но скажу, может быть, немного пафосно, но при этом правдиво, что любовь к шахматам победила, и что я просто хочу сыграть, потому что я просто соскучился по игре в шахматы. Хочу отыграть турнир, но там уж будь как будет. Сергей, вы в отличной форме физической. Скажите, чем занимаетесь сейчас, пока все на карантине? Ну, мы, начиная с лета, начали с супругой бегать. Ну, ходим еще в тренажерный зал, занимаемся. Так стараемся поддерживать себя в хорошей форме. Как вам живется без такого количества турниров за доской, без такого количества поездок, разъездов? Совершенно непривычно, но особенно когда все это началось, было совершенно непривычно, потому что в прошлом году я не был дома около 9 месяцев, вот, а здесь уже я на несколько лет вперед посидел дома. В принципе, я практически никуда не выезжал, и непривычно, но с другой стороны, нужно находить во всем плюсы, и я очень хорошо пообщался с детьми, провел время с супругой, поэтому я думаю, что провел с пользой, в принципе, это время. Сергей, спасибо, удачи. Спасибо.